В этом году на подготовку инженерных сетей и котельных к отопительному сезону из республиканского и местного бюджетов выделено порядка 108 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр энергетики Владимир Школьник. По его словам, отопление в городах страны появится, как только в течение 3-5 дней среднесуточная температура будет составлять не выше 8 градусов тепла. Акиматами регионов утверждены графики работ тепловых сетей. Что же касается школ, детских садов, больниц и госучреждений, там к отопительному сезону все готово на 100%. Между тем, с каждым годом в Казахстане увеличивается количество населенных пунктов и домов, охваченных центральным теплоснабжением. Максимальная нагрузка зимой ожидаемая составит 13 850 мегаватт. Это выше на 350 мегаватт, чем в прошлом году. И станции готовы нести эту загрузку. Ведется накопление, естественно, топлива. Достаточное количество, и в графике накоплено количество мазута и угля. Коммунальные предприятия, для них специально выделены по меньшей цене 34 тысячи тенге за тонну. С НДС при рыночной цене порядка 40 тысяч.